особой духовности и связи с родной землей. Мы желаем вам эту землю беречь и приумножать ее богатство. Мы знаем, что в Республике Коми активно развивается гражданская авиация. В школах открыты специальные авиационные классы, воспитанники которых мечтают о полетах. Мы желаем, чтобы их мечты исполнились, чтобы осуществились планы и надежды всех жителей республики. С праздником, друзья! С юбилеем! Бортинженера 48-й экспедиции на Международную космическую станцию Олег Скрипочка, Алексей Овчинин и Анатолий Иванишин.